чай с облепихой, малиной, имбирем, мятой, смородиной. Этот чудесный напиток способен удовлетворить даже самый притязательный вкус. Но если смешать с чаем полезный продукт, целебные свойства порой можно уменьшить, например, молоко. В чае большое количество катехинов, природных антиоксидантов. Они разрушают вредные продукты обмена, защищают от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. При добавлении молока свойства снижаются. Поэтому наслаждаться напитками полезнее по отдельности. Или выбираем зеленый чай, в нем катехинов больше. Чай с лимоном – традиционная помощь при простуде, но в кипятке витамин С разрушается. Поэтому лучше ждать, пока напиток немного остынет. Почти такой же дуэт с медом. При 40 градусах в меде разрушается ряд ферментов, и он теряет целебное действие. Если любите чай с этим лакомством, пейте в прикуску. Есть мнение, что даже сахар в этом напитке становится канцерогеном, но это больше относится к черному чаю. В зеленом он, наоборот, усиливает полезные свойства. Будьте здоровы!